такого рода правонарушением арест не предусмотрен. Да хватит меня снимать, пожалуйста. Девушка, ну тут же не квартира ваша, здесь мы имеем право снимать. Магазин снимается, но не меня. Нарушением федерального законодательства в части торговли алкоголем районные полицейские выявили в зеленогорском магазине. В торговой точке по адресу Речной переулок 4 37-летняя местная жительница на постоянной основе, выполняя здесь обязанности продавца, реализовала алкогольный напиток несовершеннолетнему. Молодой человек вошел в магазин, взял из холодильника бутылку, подошел к кассе и беспрепятственно оплатил покупку. Продавец не потребовал паспорту юноши, позже объяснив, что он, мол, выглядел на 18 лет. Хотя требовать документа покупателя, реализовывая алкоголь при малейшем сомнении продавец имеет законное право и обязан это делать. По данным полицейских, подобное безобразие здесь происходит не первый раз. В отделении полиции города Зеленогорска неоднократно поступали сигналы о реализации алкогольной продукции в данном магазине несовершеннолетним лицам, которые не достигли 18-летнего возраста. Данная информация была проверена опытным путем, была осуществлена закупка, в результате которой информация подтвердилась. Продавец данного магазина осуществил реализацию алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу 16-летнего возраста. Должностное лицо ожидает привлечения к административной ответственности и серьезные штрафные санкции. Кроме того, полицейскими будут проверены соответствующие журналы и документы организации, подтверждающие прохождение инструктажей сотрудниками в части предупреждения об ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним. Если здесь вскроются нарушения, тогда юридическое лицо ожидает куда более крупный штраф, размер которого определит суд. Вас вызовут в отдел полиции, вы дадите объяснение о том, что проводите, вы даже не проводите. Соответственно, берете с собой все документы, вот, берете с собой девушку и придете в отдел полиции и уже, можно скотчик? И уже, соответственно, как бы, уже будет смотреть по наличию документов.